Соевое молоко с Бримом? Нет, я брал соевое молоко с котом. И вот это было жестко. Slow Roll. Говорят, попробовать. 17-й, говорят, вака-вака. Давайте 17 попробуем. Что-то мне уже не нравится. Антигравитационные слезы. Небольшой фанат я антигравитационных слез. Ауч. Рестарт. Я просто солью хаунту, поэтому я сделал рестарт. Амнезия, амнезия или как это там? И да, Small Rock, конечно же. Удачи, Кофиан. Рад был тебя сегодня видеть. Да и всегда, в общем-то. Я понял, в чем фишка этого челленджа. Я понял, почему все так притягивается. Ну, то есть, я это и так понимал, но теперь это понятно на 100%. Когда я зажимаю кнопку, эта хрень ко мне притягивается сильнее, да? Любая хрень, в общем-то. Окей, попробуем этот челлендж. Не получится, так не получится. В конце концов, что я теряю? Да, у меня такая хрень один раз была, по-моему, в челлендже тоже, только в другом. Сначала хотел сказать, что в этом, в простом забеге, но нет. Третьюшка не саб, третьюшка саб. О чем бы? Третьюшка саб. И модератор, и саб, и турбо. Турбо третья. Мальчик ртуть. Ну, не знаю, насколько он ртуть. Человек-магнит он точно. Как там у ртути отношение с магнитом? Вроде металл, но я... Боже, это химия или физика? Хотя, наверное, как посмотреть на это. В принципе, физика, она обо все. А химия, это как про отдельные вещества. Ох. Ну, можно как бы делать вот так. Просто полить по ним слезами, и практически никакого эффекта видно не будет. Но это то, что я не люблю делать. Я ненавижу дрочить кнопки, я поэтому никогда не брал в первой части шоколадное молоко. Потому что, блин, приходилось кнопку насиловать. Tears Shot Speed Up. Ого!
Ого, блин. Вот это скорость, вот это я понимаю. Синий камень пропустил. Где? Не отрицаю даже, даже не пытаюсь. Ладно, я сейчас все найду, ребят. Я по уровню все равно пробегусь. Посмотрю, чего где есть. Ноуп. Тут шоколадное молоко тащит. Здесь да, здесь оно хорошее. Я брал, у меня было комбо, с которым я, кстати, проиграл в итоге. Там народ помнит мои всполохи. К сожалению, помнят. Вот. Не просто шоколадное молоко. Сначала взял и пикак, а потом шоколадное молоко. Вот это да было. Вот это была имба. А потом еще дэмэджапы, дэмэджапы, дэмэджапы. Это такая жесть. Но я сделал одну непростительную ошибку. Я поднял Cursed Eye, который я теперь люто ненавижу. Ну, блин, Казвади, как вот это вот называется, когда ты... Чем ты еще занимаешься? Это так называется. Че стесняться? Не знаю, где синий камень, ребят. Без понятия. Да, Cursed Eye, чтобы вы знали, это артефакт, который при получении вами урона телепортирует вас в рандомную комнату. Вы не хотите его поднимать. Вы не хотите поднимать Cursed Eye, проверьте. Вообще никогда. Вы видеть не хотите, знать не хотите эту сволочь. Вы проклинаете его. Ого. А вот с такими комнатами достаточно забавно получается. На нахрен, умри, сволочь. Синий камень пропустил. Да вы меня троллите. Вы меня троллите. Плохие вы люди. И третье. Под задницу сундуком. Странный какой-то смех получился. Уж какой есть. Эх, родимая, прокачу! А язык ненормальный. Ну, нормальный. Нормальный. HP-ап. Полет. Крампус, бро. Брампус, практически. Ое. Я, конечно, знаю, ребят, что бросать вот ту вот эту фиговинку, это как-то не в моих интересах. Но, простите, но получить неуязвимость к шипам, это гораздо лучше. А именно это делает этот тринкет. Эй, меня сердца вытолкнули отсюда. Ей. Флэтворм, по-моему, не дает ничего. Ну, в плане атаки. По-моему, не добавляет дамаг, он просто слезы расплющивает. Что делает ключ из магазина? Не поверишь, дает ключи. Внезапно, да? На самом деле, вообще не, для Айзека не, даже не скажешь, что это ожидаемо, неожидаемо. Блин, это Айзек, тут вообще что хочешь может быть. Он может вызывать сатану, в конце концов. Кто, блин, знает? Кто, никто не может ответить. Пара-па-па-пам. Выкуси. Не знаешь, сколько нужно взорвать синих камней, чтобы открыть Small Rock? Пора... Я слышал 99 и 100. По-моему, все-таки 100. Врать, конечно, не хочу, но... Ну, ты можешь уточнить на Википедии, например.
на любой. Такая кучка сердец лежит. Привет, Криспи Фокс, добро пожаловать на стрим. Челленджи потихоньку. Потихоньку делаем челленджи. О, глава Крампуса. Лол! Боже! Я поднял черную дыру. Господи Иисусе. Бедные мобы. Я думаю, их никогда в жизни так больше не засосет. Вот это я подобрал, это я знаю, это теперь будет опасным сосалом. Это официальное опасное сосало. Ну, знаете, которое меня засосало, опасное сосало. Ухи. Сатанинская Библия. Но я все равно башку Крампуса возьму. Она... Это имба, ребят. Башка Крампуса всегда берите. Ау. А вот и минус артефакта. Никогда, никогда не делайте этого с взрывающимися мобами. Че? Че, блин, джедай что ли? Силу юзаешь, сволочь. Фусруда, уродец. Там нет никакого камня синего третья, ты врешь. Да ты, это все ты третья, это все ты, твои синие камни. Надо сегодня Восу вечером зарубиться. Но все равно спать хочется ровно... Ровно вот с утра и это... Знаешь, комикс есть такой. Когда мне хочется, там, типа, утро, хочу спать, день, хочу спать, вечер, хочу спать, ночь, хоп, хей, ла-ла-лей. Вот. Вот это делает голова Крампуса. Она валит и педалит. Keep of mid. Guardian Angel, ой, впервые вижу. О, его анимировали, классно. Это комбо 2. Комбо-вомбо 2. Ой, не туда. Жаль, пауков со стены не отрывает. Я бы хотел посмотреть им в глаза. Уродские пауки. Ненавижу пауков. А вот теперь синий камень. Стрим по Восу. О да, это очень весело. Два человека задротствуют Восу. По скайпу. Безумное веселье. Не, серьезно, делать стрим по Осу, это... Ну, было уже, смотреть абсолютно неинтересно. Ну, мне кажется. Сочувствую, Стифлер. Гениально обходить шипы, когда у меня есть тринкет против шипов. Я долбанный гений. Black Candle, отлично. Ну-ка, здесь работает? Да, работает. Прекрасно.
Прекрасно. Прелестно, прелестно. Никс, кому не интересно, тот и не будет смотреть. Я думаю, что мне даже не интересно это стримить будет. Это ритм гейм, расслабиться, посидеть, не обращать ни на что внимания, ни на стрим, ни на чат, ни хрена. Просто вот, просто посидеть. А так еще на что-то отвлекаться. А если не отвлекаться на чат, если чат вырубить, что это за стрим такой? Не, ребят, я думаю, что не стоит. Ауч. Бам. Что, синих сердец не дадите? От жмоты. От же жмоты. Ну, стандарт можно же. Ну, ты можешь стандарт, я нет. Я не умею стандарт. Да и не хочу, в общем-то. Теперь я тут босс. Тут такая оса. Не оса, а осу. Ритм гейм. Ты играешь в музыку, грубо говоря. О, ё-моё! Предлагаю обгадить пол. Локап. Удачи, Wolf Dis. Ну и ладно. Нафундил от страха. По-царски просто. Нафундил. Нафундил звучит как имя, кстати. Какое-нибудь арабское, знаешь. Там. Ну, нафундил. Да, над боссами еще никто так не изгалялся. Missing poster, что он делает, интересно. Я впервые вижу этот тринкет. И вот он, вот он. Если умереть с этим в соборе, то даст вам кусочек пазла. Соберите все пазлы. И даже с sacrifice room, даже в комнате, типа святой. Поможет открыть The Lost. Ну ладно, я беру свои слова назад про то, что невозможно открыть The Lost, не посмотрев Википедию. И тем временем, мистер Конопля, Just Bro Skyped, приветствую, спасибо за подписку, добро пожаловать в клуб, поприветствуйте, мистер Конопля. Держи, брофист, и еще раз спасибо за поддержку, вообще первый раз спасибо за поддержку, спасибо, что подписался. Оу, 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 сейчас расколбас начнется.
Как их наматывает на маховик долбанутости. Что такое? Призрак неиммунно? Ну это последний уровень, насколько я понимаю. Вау. Ауч. И... Понимаете, почему башка Крампуса рулит? Все, пройдено. О, я могу еще на босс раш сходить. Где есть money power? Money power. Я, по-моему, его даже еще не открыл. Ну я босса, если так буду про боссов, точнее, проходить, меня просто убьют тут нафиг. Или вы хотите? Вы хотите, чтобы я пошел на босс-раш? Вы хотите это? У меня денег нет, так что это бесполезно немного. Я возьму $3 билл, так что в любом случае. И одна монета. Ну а чё? По хардкору. Я $3 билл возьму просто. Потому что от него хоть какой-то эффект. Да, да, да. Ну ладно. Давайте. Помирать так с музыкой. Давай, бластоцист! Давай, стерлядь ты мелкая. Ау. Я забыл, что он спамнит мух взрывающихся. Давай, 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 давай. Ауч.
Эти и так прекрасно бегают. За мной, мои маленькие уродцы. За мной. Я поведу вас к победе. Ну или к жопе какой-нибудь, я не знаю. Я не уверен, этот первый день. У нас как тут подземелье принято? Ну что, Ларри намотает? О, Ларри замечательно наматывает. Фистулу просто прекрасно наматывает. Всех к чертовой матери. Намотать. Давай, монстро, давай, иди сюда. Сюда подошел. Что, не пацан, что ли? Давайте, давайте, давайте. Там прыщи надо вырубить. Блин. Слишком много урона. Я слишком много урона получил уже. Но у меня вафля есть, вы помните? Если бы не вафля. Давай, монстра, давай, иди сюда, сволочь, иди сюда, родной. Иди сюда, скотина ты моя родная. Скотобазушка. Так, увидел, оху. Боже, что происходит с Пином, он сошел с ума. Эту игру не надо ломать, ей и так зашибись. Пин, где ты, придурок? Куда этот наркоман ушел опять? Вау! Хо-хоу! Боже, это весело, ребята. Это весело! Давай сюда. И ты сюда иди. Чудовище. От сердечка, а теперь маска. Маску хорошо должно притягивать. Так и есть. Маска в харю не дамажится, проблема. Эх, прокачу, блот. Эх, прокачу. О, смотрите-ка, и так кокнул. Хе-хей. Теперь всадники. По одному, козлы. По одному. Ау. Где ты, чудичек? Чудик мой, родной. Голод? Я тут. Слышь, что, мухи есть, а если найду? Ребят, это весело. Это, блин, чертовски весело. Ау. Который раз уже об эту фекалию убью. Себя. Полин! Вау! Почти что башка Крампуса по эффекту.
Yes, пройдено. Iron Bar. Conclusive Tears. Ребят, все для вас, все для вас. Я могу взять Polaroid. И челлендж выполнен.